Доброго утра и отличного дня мы желаем всем, кто сейчас смотрит телеканал «Алматы». В эфире в яркой современной студии программа «Кулипоян» и я, ее ведущий, Дмитрий Рублев. Сегодня в программе «Бодрое начало дня», секреты, которыми поделится фитнес-тренер, роль длиною в жизни, история актрисы кино и театра имени Лермонтова Жмеринецкой Нины Леонидовны, муж на час, правда и мифы. Мы начинаем. На календаре 22 июня, 76 лет назад, началась Великая Отечественная война. Сегодня мы, потомки, встречаем этот день как день памяти и скорби. Память о всех погибших в боях, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг. А 18 лет назад на площади перед Петропавловским городским театром был открыт памятник казахским батырам Карасаю и Агынтаю. Для того, чтобы быть такими сильными, как настоящие батыры, в нужный момент встать на защиту своей родины, семьи и близких, как минимум с утра нужно как следует подкрепиться. Быстро, просто, а главное вкусно. И наш шеф-повар готов вам в этом помочь. Доброе утро, Володь, что сегодня готовить будем? Рад вас приветствовать, Дмитрий, и наших телезрителей. Сегодня мы с вами вместе приготовим клаб-сэндвич с лососем. Для этого мы берем тостерный хлеб. Заранее я его обжарил в тостере. Тостерный хлеб смазываем соусом. Соус на основе растительного масла и яичных желтков. С добавлением орегано и вегеты. Все три кусочка смазываем соусом. На каждый кусочек выкладываем лист салата. Сверху на лист салат выкладываем, на один кусочек выкладываем ветчину и сыр. Берем лосось и нарезаем его тонкими пластиками. Оставляем в сторону. Берем свежий помидор. Нарезаем тонкими кружочками. Выкладываем на второй кусочек. Поверх помидоров мы выкладываем лосось. Далее накрываем третьим кусочком и собираем. Немного уберем на столе. Приготовим блюдо для подачи. На каждую шпажку мы одеваем оливку и скрепляем наш клаб-сэндвич. После чего разрезаем пополам. Наш вкусный и аппетитный завтрак готов. Желаю вам удачного дня. Для приготовления сытного клаб-сэндвича нам понадобится тостерный хлеб, плавленый сыр, ветчина, малосоленый лосось, листья салата, помидоры и оливки. Соус мы приготовили заранее на основе растительного масла, яичных желтков, орегано и специй. А что, очень вкусно, как мне кажется. Надо будет племяннице такое приготовить. Но завтрак – это только одна часть здорового утра. Для того, чтобы быть бодрым и окончательно проснуться, нужно и про зарядку не забыть. Как пел Высоцкий: «Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика». Моя коллега Кристина Ковардакова уже готова рассказать, все ли мы делаем правильно, когда делаем зарядку. Ну, а поможет нам... Здравствуй, Дима! Привет. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я не одна. Со мной фитнес-тренер, бронзовый призер Азии по бодибилдингу и просто красивая девушка Гульмира Макамбаева. Здрасте. Гульмир, доброе утро. Ну, я вижу не только бронзовый призер, у бронзового призера еще и бронзовый загар. Ну да, стараемся, лето на улице. Лето, отличное, хорошая пора, но летом многие люди начинают расслабляться, лениться немножко, хочется поваляться как подольше. Как мы с Димой. Но на самом деле зря, конечно, зря. Почему? Потому что именно сейчас нужно поддерживать свое тело, да, ну, как говорится, во-первых, мы разделись, ну, то есть нас видно, да, все, что мы наели за зиму. И, конечно, ну, к летнему сезону нужно было чуть-чуть пораньше подготовиться, но и сейчас всегда не поздно.
Не поздно. Ну, насчет не поздно, я думаю, что несколько простых, несложных каких-нибудь упражнений, которые может каждый из наших телезрителей повторять утром, мы сейчас с вашей помощью увидим. Конечно, пожалуйста. Конечно. Давайте попробуем. Самое обычное, простое, то, что мы делаем, первое все-таки нужно для кровообращения просто потянуться. То есть это сначала... И мы проснулись. Ручка, вот, да, вот-вот проснулись, ну, встали, и просто вдох и выдох. Опять вдох и выдох. Вот так вот раз 15, вот прям с утра, и будет хорошо. Я два раза уже сделал, мне уже хорошо. Ну, во-первых, все я равно прилив сделала, крови. Стало хорошо. Да, прилив крови будет хорошо, ну, то есть к нашим мозгам, да, то есть это уже очень важно. Ну, и дальше немножко посложнее, да? Ну, то есть полегче, потом сложнее? Конечно, то есть нельзя встать с постели, сразу начать прыгать, отжиматься. Да, это будет, ну, как минимум, организм нужно разбудить. То есть вот этими упражнениями, которыми вы сейчас вот растягиваетесь, дышите, вы просто будете организм. Желательно еще до разминки просто стакан водички, то есть чтобы вот желудок заработал, чтобы все заработало. Дальнейшее упражнение немножко посложнее, но для чего делается? 50% тела нашего — это ноги, поэтому мы как бы начинаем с ножек, да, то есть это обычное приседание. Но обычный как? В школе мы приседали, вот боком покажу, вот так. Ну, да, вот на уроках. Да, но сейчас я вам объясню немножко другую технику приседания. То есть, на самом деле, правильный присед, правильное приседание — это тогда, когда ваши колени не выходят за ваши носочки, да, то есть спинка прямая, и вы пошли, можно ручки перед собой. Ноги на какой ширине? На ширине плеч примерно, вот так. То есть ноги на ширине плеч, да, начинаем. Да, зарядку. Вот, то есть и пойдемте приседать. Первое ваше движение — это таз назад. То есть, если обычно мы приседали коленями, то сейчас вы приседаете назад. То есть, вот такими движениями. Ага. И встали. То есть, до уровня суставов, до уровня колен. У меня что-то хрустнуло сейчас. Ну, спинку держим, это хорошо. При этом упражнении очень хорошо забивается задняя часть спины. То есть, да? Вот. Поэтому, есть... может быть, не так сразу, вот. Вот как мы сделали в глубокий, может быть, пока для начала... Ну, полуприсед, на самом деле, почему объясню именно присед, я всегда начинаю с этого упражнения, потому что приседание – это нормализация всех гормонов. То есть, если вы хотите разбудить весь свой организм, да, вы начали с мозгов, переключаетесь на нижнюю часть тела, да, как говорится, ну и потом немножко задействуете верху. Тогда вы равномерно разбудите свой организм. Насколько важна именно техника, чтобы колени не выходили? Почему? Потому что нагрузка идет на сустав. Если вы не хотите травмировать его в любом случае, даже вот такими 50 приседаний утром, вы можете себе навредить колено. Ну, повредить колено. Поэтому, чтобы этого не произошло, по правильной технике приседания лучше все-таки поприседать вот такими. Давайте вот раз пять. Мы переносим, получается, нагрузку. Нагрузку на заднюю часть. Спина при этом абсолютно ровная, вы держите ее перед собой. Вот такие. Вот после приседаний еще вот что-нибудь надо сделать? Да, нужно это, вот к приседаниям обычно я как бы по утрам, да, делаю, то есть шаг вперед, и то же самое, колено вперед мы не пускаем, спинку ровно держим и сгибаем не до конца, опять, то есть опять поменяли ногу, вторую, вот, и опять так же, еще разок. Ну что ж, я думаю, мы готовы сейчас размяться, сделать полноценную разминку, чего и вам, нашим телезрителям, советуем. Ну а после нее мы уже вернемся в эту студию и продолжим нашу беседу. А знаете ли вы, как делать утреннюю зарядку правильно? Организм просыпается постепенно, и поэтому любые сильные нагрузки сразу после пробуждения заставляют сердце резко переключаться на активный режим работы, что вредно для сердечной мышцы. Некоторые виды упражнений можно делать прямо в кровати. Это простая разминка, не несущая никакой нагрузки. Однако этого недостаточно, чтобы день прошел бодро и активно. Поэтому рекомендуется походить, умыться, выпить стакан воды и потом приступать к основным упражнениям. Важный момент – музыка для утренней зарядки. Если в вашем комплексе имеются интенсивные упражнения, следует выбирать музыку с темпом 140-170 ударов в минуту. Большинство современных песен имеют такой темп. Если же зарядка проходит в спокойном ритме, следует выбирать
более медленные композиции. Лучшая утренняя зарядка – это та, после которой чувствуется прилив сил и бодрости. А главная ошибка – чрезмерная нагрузка. Помните, основная идея разминки – поднять тонус организма, а не нарастить мышечную массу. Если вы не можете себя заставить сделать зарядку ежедневно, проводите ее хотя бы в выходные дни. Это намного полезнее, чем вообще отказаться от физразминки. Психологи уверяют, наше тело всегда делает то, что мы ему говорим. Поэтому перед тем, как начать делать утром зарядку, придумываем себе мотивацию. Например, если вы хотите похудеть, программируем в голове мысль о том, что именно зарядка поможет вам в этом деле. Если обычно для полного пробуждения необходимо около 2 часов, то после выполнения зарядки это время значительно уменьшается. Интересный факт. Самыми большими любителями делать зарядку по утрам являются китайцы. На разминку собирается вся семья, не исключая стариков и детей. В пригороде Китая практически в каждом парке в определенные часы можно увидеть компании людей до 15 человек, активно выполняющих гимнастику. Желаем успехов в спорте и бодрости на весь день! Фух, друзья, я не знаю, как вы, но мы еще продолжаем делать нашу разминку, потому что упражнений, как оказалось, очень много. Я просто сейчас уже переполнен бодростью после того, что мы сделали. Давайте под завершение, наверное, еще каких-нибудь пару элементов покажем. Ну, на самом деле, сейчас мы, конечно, более сложное упражнение сделали. Вверх мы делаем более по, как сказать, поумереннее, наверное. Легче. Да, полегче, да. То есть следующее мы упражнение мы делаем вот в такой вот позе. То есть полусогнутые колени, ручки вперед. Да, теперь вот такими движениями, разворачивая кисть, вы тянете ее вот сюда. Здесь важно свести именно вот здесь лопатки, для того, чтобы здесь было кровообращение. Опять ручки вперед, и вот здесь вот нужно вот лопаточки вот тоже вперед вытащить. А теперь в чем обратно. Польза этого упражнения? Почему? Объясню. Остеохондроз, головные боли, приток. Я уже его чувствую, этот остеохондроз. Да, то есть вы здесь должны, абсолютно не важно, сколько у вас вес, статическое напряжение идет в любом случае на спину. То есть люди, которые вот как говорят в офисе сидят, да, у них затекает вот здесь. Встаньте. Поработайте немножко. Несколько сначала минут будет достаточно. Да, да, можно по одной. То есть одну вы держите в напряжении, одной работаете. Работаете именно лопаткой. То есть для чего? Для того, чтобы пошел приток крови к мозгам. Для того, чтобы кровообращение, остеохондроз, ничего этого не было. Поэтому это упражнение именно для этого. Вот. Вот честно, я вот чувствую, как у меня вот сзади вот что-то есть, но вот скажу, что вот лопаточками, вот я честно, последний раз работал, когда был маленький, и в песочнице. На самом деле зря. Надо это исправлять, надо. То есть надо заниматься. Теперь следующее упражнение, которое мы сейчас делаем, это помните, вот мы в школе раньше, вот в лагерях кто был, да, вгоняли на улицу. В лагерях? Нет, ну и в детских. Детский лагерь, Дима, детский лагерь. Вот, это упражнение абсолютно на растяжку. То есть вот раз, потянулись. Так, также ноги на ширине плеч. Также ноги на ширине плеч. У меня тоже что-то хрустнуло. Вот, то есть вот, и вот еще разок. То есть, ну, упражнение... На самом деле они тяжелые, кажется, что они необязательные. Но если человек будет вставать каждое утро и делать по 15 раз того, что мы сегодня вот с вами сделали, чувствовать он себя однозначно будет хорошо. Нужно развить привычку, потому что это несколько сложно, заставить себя каждое утро вставать, когда есть 5 минут, чтобы поспать, понежиться. Да. Ну, в общем, вот такая вот разминочка поможет разбудить человека утром. Отлично, здорово. Я запомнил для себя несколько очень интересных таких движений. Возьму на заметку. Ну и когда смотришь на такого фитнес-тренера, хочется делать эти упражнения, чтобы выглядеть точно так же. Я надеюсь, наши телезрители взяли себе как минимум несколько полезных советов от Гульмиры и будут по утрам их выполнять и выглядеть так же красиво. Ну что ж, спасибо вам огромное. Очень рад, что вы сегодня были со мной в студии. Зарядили позитивом. Сегодня, 22 июня, отмечает свой день рождения актриса Государственного академического русского театра драмы имени Лермонтова Жмеринецкая Нина Леонидовна. Доброе утро! Доброе утро! Разрешите вас поздравить с днем рождения. Присаживайтесь. Очень рад вас видеть у нас в гостях в этой уютной яркой студии. Ну и для начала, в такой праздничный день, я и мои коллеги не могли обойти вас просто вниманием. Пожалуйста,
Это Боже вам. Мой. Еще раз с днем рождения. Спасибо большое, очень тронуто. Сегодня 4-й букет. Ну, мы будем надеяться, что этих букетов сегодня будет несчетное количество. Да. Ну и для начала, 22 июня. Такой день несколько двоякий. Он имеет свою силу определенную. Это же день летнего солнцестояния. Совершенно верно, да. Вот. И говорят, что люди, рожденные в этот день, обладают какими-то, я не знаю, такими способностями, что ли. Магическими. Ну, может быть, и магическими. Да, очень хочется в это верить. Потому что магические способности, наверное, как-то должны помогать нам в жизни. Возможно, это правда, потому что действительно самый длинный день в году. К тому же я близнец, и во мне совместились два человека. Когда я писала книгу, я говорила, что должна была родиться девочка, и в это время летали в небесах два ангела, один черный и один белый. Он хотел эту девочку повести по черному пути, белый хотел по белому. Они оба боролись за ее душу. И вот так они борются за меня до сих пор. Когда побеждает черный, мне что-то так не складывается. Когда побеждает белый, тогда меня поздравляют с днем рождения такие люди, как вы. Но я рад, что сегодня с вами белый ангел. Белый. И, возможно, он хранит вас. И сохраняет вот такое прекрасное, красивое, и вы продолжаете нас радовать своей работой, своим творчеством. Спасибо. Давайте вернемся к тому времени. Это же ваше детство послевоенное. Это очень сложные были годы для всех, в том числе и для детей. Вы знаете, так сложилось, что у меня минуло все это драматическое детство. Я росла в такой семье. Но это не значит, что это не коснулось меня, потому что история, книги, воспоминания людей, фильмы. Я помню, я в детстве посмотрела фильм «Защитники Брестской крепости». О Брестской крепости фильм. Я его смотрела раз 10, я обливалась слезами. Это большая трагедия, как наши люди защищали эту Брестскую крепость, которая находилась на стыке, на границе, где напали фашисты. И что вы думаете? Спустя энное количество лет, огромное количество лет, на 9 мая у меня была встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. И там я встретила человека Жуматова, Габаса Габасовича Жуматова. Точно знаю фамилию, могу чуть-чуть слукавить с именем. Он оказался защитником Брестской крепости, ему было 90 лет. И я имела честь, имела счастье встретиться, обнять его, поблагодарить. Мне, знаете, у меня же просто мурашки по коже. Ну вы сейчас говорите, да, я тоже. Когда я увидела вживую того человека, о котором были фильмы сняты. Вот, вот что вы понимаете, отголоски этого времени, они до сих пор живут, они живут в памяти, в людях, в сердцах. И, конечно, было трагическое время для страны. Ну, видите, пока вот мы... Ну, защитники Брестской крепости, история Брестской крепости, это одна из частиц истории той великой беды, которая пришла тогда на нашу землю. Давайте теперь вернемся, продолжая вспоминать ваше детство. Ведь как-то возникла у вас мысль, вот я хочу стать актрисой. Может быть, вы увидели выступление какого-то артиста? Или как-то вот... Откуда вот эта идея? Это очень трудно объяснить, но прежде всего, наверное, это интуиция подсказывала, потому что я помню себя с 4 лет уже только актрисой, хотя слова актриса не знала, что же я разговаривала на молдавском языке, поэтому я русский не знала. Мне, во-первых, дедушка был, прадед был мой, он имел кукольный театр, и он ездил с кукольным театром по Молдавии, по Украине. Может быть, вот такие вот гены мне передались его. Вот. Но и я думаю, что интуиция. Короче говоря, сознательного решения тогда не было. Какое сознание в 4 года? Но я всегда ощущала себя только в этом качестве. Ну а вот каким было первое выступление? Может быть, это еще пока вы ребенком были, я не знаю. Ну каждый родитель видит в своем ребенке такого творческого маленького ангелочка. Нет, мои родители никак не хотели меня видеть актрисой. Они хотели меня видеть художником.
художницы, я рисовала неплохо. Угу. Им казалось, что я талантливо рисую. Я это так никогда не считала. Вопреки их мнению. Не, ну, он врачом, педагогом, ну, актрисой. Ну, зачем? Вот поэтому это все было вопреки. Но первое выступление... Ну, я выступала сразу в школе. Угу. Мои сценические подмостки начались в школе. Затем я училась очень посредственно, потому что у меня голова была занята театром. Я в 14 лет получила удостоверение актрисы уже. Действительно? Да, абсолютно. И я выступала на всех правительственных концертах, как, ну, киндер маленький, я маленького ростика, все, и даже мне казали, что мне много лет. Я читала огромные поэмы на правительственных концертах, стихи и так далее. И меня все время вызывали, все время. И меня отпускали с уроков, как честь для школы. Но мои занятия, они проходили так, скажем. Но когда мне хотелось, я занималась хорошо, но в основном в голове у меня были мои выступления. Это уже было вот с этих малых лет. Вы знаете, столько воспоминаний у вас интересных, хочется слушать и слушать. Но в этой среде, в среде актеров, людей, которые любят сцену, они отдают ей свою жизнь, очень много чего интересного происходит. Давайте узнаем, что именно происходит в актерской, творческой среде нашей любимой страны. Мистерианс вновь радует своих поклонников. После большого перерыва музыканты выпустили новый клип на песню «Кызганамын». Отметим, эта работа отличается от предыдущих своей необычной подачей. Со слов артистов, песня получилась танцевальная с запоминающимся мотивом. Знаменитые казахстанские КВНщики готовятся к своему последнему выступлению. Оно состоится 1 июля в Центральном концертном зале «Казахстан». В 2000 году в высшей лиге КВН появилась первая казахстанская команда. Через 5 лет образовалась сборная Казахстана «Астана КЗ». Ребята сразу полюбились всем и набрали большую популярность благодаря своему искрометному юмору. Радостное событие произошло в семье Дианы Шараповой. Певица родила дочь. По словам мужа Романа Миронова, Диана чувствует себя хорошо и уже находится дома. Дочку счастливые родители решили назвать Риана. Акбота Сейтмагамбет вовсю наслаждается материнством. Напомним, 1 июня бывшая солистка группы Кешью родила сына. С родильного дома Акботу забрал счастливый отец Даурен Айдаркулов. Певицу встречали цветы, воздушные шары и специально нанятые актеры театра с небольшим перформансом. Поздравить девушку собрались близкие, родственники и друзья. Сейчас мама и малыш находятся дома. Родители назвали сына Ибрагим, что в переводе с арабского означает «посланник Всевышнего». Участника Black Star не узнали на улицах столицы. Не так давно Миша Марвин выступил для детей из детского дома в Астане. В свободное время исполнитель не отказал себе в удовольствии прогуляться по улицам города. Однако пока он записывал видео для Instagram, никто не подошел к нему с целью взять автограф. Певец не расстроился, а просто с удовольствием насладился красотой нашей столицы. Зажигаешь эту жизнь, ведь на пати где-то выглядишь на ля-а-ам, тусы по на-а-а-чам, ты это любишь прямо, ями-ями-ями-ям. А я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня замечательная актриса, жмеринецкая Нина Леонидовна, которая отмечает сегодня свой день рождения. Еще раз с праздником вас поздравляем. Спасибо. Ну и возвращаясь к вашей такой интересной, такой насыщенной творческой жизни, ведь немало же было моментов, которые до сих пор вспоминаю, вызывают улыбку у вас и у ваших коллег по цеху. Да, на самом деле у нас много бывает курьезных случаев. Для передачи мне не хватит времени. Но я скажу вам мои не курьезные случаи, а вот сегодняшний момент, который я переживаю сама с собой, и я не могу найти объяснение. Дело в том, что у нас спектакль сейчас ставит молодая режиссер Гульназ Балпеисова. Она учится у Рима Сатуминаса, закончила уже. Она гражданка Казахстана, и она ставит у нас спектакль. И она мне предложила
из моего персонажа не то, что у Грибоедова написано, а сделать как бы оперную певицу. Ну, я немножко могу петь, но оперного голоса, естественно, у меня нет, я не владею. Но что происходит? Что происходит? Когда наступает тот момент, когда я должна выйти как оперная певица с веером и начинать петь, вы не представляете, у меня появляется этот звук, как у Елены Образцовой. Как врубается организм, как это получается? Я пою этим голосом, невероятной силы звука. Простите, что я так о себе говорю, но это так и есть. Я когда ухожу со сцены, куда это все девается? У меня обычный такой, ну, обычный певческий голос, как у любой достаточно талантливой женщины. Стоит мне в этот момент, вот открывается дверь, я должна выйти, появляется вот этот мощный звук. Это что такое? Может, вы мне объясните? Ну, может быть, магия того дня, в который вы родились. Ну и, дорогие наши телезрители, если вы любите такую замечательную актрису, как Нина Леонидовна, и посещаете театр имени Лермонтова, наш любимый замечательный театр, можете убедиться на своем опыте. Придите, посмотрите и послушайте. Я думаю, что после сегодняшнего интервью, после сегодняшнего разговора, многие даже ради интереса пойдут специально, чтобы это услышать. Послушать голос оперной певицы у Нины Жмеринецкой. Ну, а вообще, вот в вашей работе за такой хороший, скажем так, промежуток времени... Ведь вы же с такими мировыми именами смогли поработать. Да, да, да. Можете назвать самые яркие из них? Ну, вы знаете, у меня это было... Я работала, как вы знаете, в Питере, в Академическом театре комедию, Акимовском театре там были. Это был театр, один из первых театров, который выезжал за границу. Если вы помните актера Трофимова, он играл в «Войне и мир», это невысокого роста мужчина. И когда я пришла в театр комедии, его забрали в драматический театр. И я играла героиню, значит, главную роль в пьесе. И я должна была спускаться, как бы приходить с прогулки, с гор должна приходить. Ну, у меня должна была быть спортивная одежда, и мне дали ботинки. Мне дали ботинки, у меня 38-й номер ноги. Они мне подошли, прекрасные чудные ботиночки. А когда я подняла ботинок, уже когда я снимала обувь, я подняла, это, наверное, Николай Трофимов. То есть я играла в ботинках Николая Трофимова. Для меня была такая большая честь. Я только входила в мир искусства. А это величайший актер, замечательный актер, характерный. И я много раз его видела потом в спектаклях, беседовала с ним. Вот, так что у меня была такая вот честь играть в ботинках Николая Трофимова. Вот такие вот вещи. Такой интересный случай. И он так отложился у вас в памяти. И глаза блестят, когда вы об этом вспоминаете. Но я хочу сказать от лица всех ваших Димочка, поклонников. Димочка, я практически общалась с ним. Очень была в близких отношениях. Играть в ботинках знаменитого артиста. Ну, ближе-то уже некуда, да, наверное. Куда ближе? Ну вот от лица всех поклонников, коим и я являюсь, хочу пожелать вам продолжение вашей успешной творческой карьеры и новых ролей, о которых вы мечтали. Спасибо вам огромное. Очень рад был с вами сегодня пообщаться. Спасибо вам большое. Мне очень приятно было. Спасибо. Поздравляю с вашей новой студией прекрасной. Спасибо вам огромное. Могу забрать? Конечно. Такой чудный букет. Всего хорошего, хорошего утра. Всем до свидания. Спасибо большое. С днем рождения еще раз. Спасибо. Ну а сейчас вот о чем. В последнее время в Алма-Ате можно заметить такие объявления, как серии «Муж на час». Наши мастера решат любую бытовую проблему. И именно такие мастера сейчас появятся в этой студии. Кто вызывал мужа на час? Дима, ты ли это? Кайрат, Свет. Ты меня удивляешь каждым днем. Ты сегодня муж на час? Именно. Нет, я привел с собой наших уважаемых друзей. Прошу, присаживайтесь. Здравствуйте. Сегодня у нас Арсен Мурзабеков. Это муж на час, мастер на все руки. Любые проблемы просто по щелчку пальца. А также Шмельков Остап, представитель компании, разработчиков приложения iQMEC. Потому что сейчас не нужно вызывать, как раньше, там, листать газеты, всех обзванивать. Я уже говорил, что объявлений таких очень много. Нет, сейчас все, в 21 веке живем, информационный век. Заходишь на приложение, смотришь, если тебе нравится тот или иной мастер, и вызываешь. Там еще портфолио мастера? Конечно, да. Остап, расскажите, пожалуйста, по какому принципу
размещаются они. Сейчас стало все проще, не нужно листать эти газеты, звонить, номера, все стало проще. Мы разработали приложение, с помощью которого можно найти любого мастера, в том числе и мужа на час. И в этих приложениях, в нашем приложении есть анкеты мастеров. Каждый мастер пишет о себе, что умеет. Там же есть оценки этих мастеров, оценивают их реальные заказчики. И мастера устраиваются по рейтингу. Соответственно, они друг с другом конкурируют и таким образом Как в Гугле получается, за кого больше проголосовали, тот и первый стоит. Да, вот только у нас есть фильтр. Звездочки как-то выставляют или какая-то бальная система? Это происходит очень просто. Присылается, после того, как мастер закончил работу, присылается 4 простых вопроса. Был ли он опрятен, хорошо ли сделал свое дело, понравился ли вам, будете ли вы его рекомендовать. То есть, в принципе, 4 балла может получить максимально мастер? Максимально 4 балла, да. Максимально 4. То есть пришел мастер с букетом цветов, сразу 4 балла. Сразу 4 балла, я думаю, да. Бинго. Арсен, расскажите, пожалуйста, вы, почему вообще сейчас появилась такая служба «Муж на час»? То есть раньше все мужчины дома способны были забить гвоздь, поменять лампочку. Не все, но процентов 80. 99,9%. Почему сейчас появилось? Что с мужчинами стало? Ну, во-первых, все заняты, то есть зарабатывание денег семьи. Семью надо содержать и так далее. Поэтому не хватает, видимо, времени у мужиков. Вот. Поэтому появились мы пришли. Ну и что вы делаете? Расскажите, пожалуйста. Кайрат так интересуется просто, видимо, по дому очень много чего накопилось. Да. Ну, мы делаем практически все по быту. То есть также сантехника, электрика. То есть не надо вам вызывать, например, если электричество только сломалось, только и еще там что-то. Отдельная электрика и сантехника. То есть муж на час — это все в одном лице. То есть универсальный такой мастер, да. Это удобно и клиенту также, и этому приложению, и мне. Что касается ценника, Остап, примерно вот в каких цифрах варьируется? Вкрутить лампочку. Да. Сколько стоит? Это лучший вопрос к Арсену. Ну, вкрутить лампочку — это не так дорого стоит. Ну, больше за выезд отдадут. А кто больше лучше вкрутить лампочку самостоятельно? Да. Потому что в среднем часовая ставка распределяется примерно около 3,5-4 тысяч за час. А там, в принципе, можно попить чай и вкрутить лампочку и заплатить за 4 тысячи. То есть любой желающий может вызвать мастера и в течение часа пользоваться его услугами примерно в диапазоне от 3 до 4 тысяч. Примерно, да. Ну, а о каких именно услугах чаще всего спрашивают те, кто вызывают таких мастеров? Мужа на час мы еще поговорим. Я думаю, вы расскажете много интересных историй. Ну, а пока, друзья, предлагаю посмотреть, как алматинцы украшают наш чудесный город. Когда-то этот двор в Алмалинском районе больше походил на большую стоянку. Вместо детской площадки – парковка для местных автовладельцев. Повсюду мусор. Чтобы сделать участок пригодным для малышни, местные жители сами взялись за лопаты и грабли. Здесь стояли мусорные баки, здесь неизвестно, что было. Единственное, среди вот этого всей помойки стояли снаряды, качели и турники. Мы решили здесь как-то что-то наладить. Я начала искать, где вообще и что это делается. Естественно, нашла общественные организации. Сначала мы там были волонтерами, мы помогали вообще во всех дворах. И потом дошло дело до нашего двора. Мы участвовали в конкурсе и выиграли. Создать двор мечты совместными усилиями семья Жангабуловых смогла благодаря проекту «Это двор». Через интернет Инна узнала о конкурсе и решила непременно в нем поучаствовать. Вместе с детьми был составлен план новой территории, который девушка и отправила организаторам. В итоге победа и долгожданная площадка, которая не заставила себя долго ждать. Благодаря социальному проекту и усилиям пары двор теперь не узнать. Соседи нам не помогают, идеи – это интернет. Всемогущий, там очень много идей, воплощает все мой муж. Вот, и потом мы спрашиваем у детей, хотели бы вы это видеть на своей площадке. И там уже жюри выбирает, да или нет. Вот так и появляется у нас потихонечку. Ну, вот мэтр появился у нас благодаря мультику. Папа, мы хотим. Все, папа сделал. Одна проблема – днем с детьми во дворе гулять невозможно. В это время здесь отдыхают студенты и прохожие. И все бы ничего, но мусор за собой убирать никто не хочет. Поэтому чистоту на детской площадке постоянно поддерживает Инна с мужем. Семья говорит, что были бы рады любой помощи. Они призывают алматинцев хотя бы уважать чужой труд. Ведь разрушить можно в один миг. А чтобы снова создать такую красоту, потребуется немало времени и сил.
Ну что ж, мы продолжаем. У нас интересная беседа с представителями одной из самых востребованных профессий. Мужья на час. Когда ты слышишь «муж на час», невольно почему-то возникает улыбка. Вот как вас вообще воспринимают? Вот, «муж на час»? Ну, воспринимают все по-разному. Mm-hmm. Но если это здравомыслящий человек, то я думаю, «муж на час» — это мужчина с золотыми руками. Вот здорово, отлично сказано и про золотые руки. Вы же пришли сюда не с пустыми руками, у вас такой волшебный чемоданчик, как я понимаю, там все-все-все для того, чтобы сделать практически все, что угодно. Может быть, какой-то совет, какой-то... Лайфхак? Да, совет я могу дать женщинам, потому что обращаются в основном... Вызывайте мужей на час. Да, в основном обращаются женщины. Бывают исключения, конечно, мужчины звонят. Мужчины тоже звонят? Конечно. Допустим, на днях у меня был один заказ, когда позвонили, просто поинтересовались советом, и все. Я был удивлен, конечно, приятно удивлен. И я дал совет, и все. Ну и, может быть, чтобы не быть голословными, покажете какие-то лайфхаки, что нужно делать, какие инструменты вообще должны быть абсолютно в каждом доме лежать в шкафу. Это, я Без знаю, проблем. Наверняка молоток, да, отвертка. Каждой женщине нужно иметь, и с чем они столкнутся. Это в первую очередь нужны будут плоскогубцы, также молоток. И вот такой вот ключ, крокодил, ну кто как его называет, он все закручит по сантехнике. Это? Нет, это по сантехнике. Это кухонный. Для сантехники это необходимый инструмент. Также молоток и отвертка фигурная. В любом случае, кран затянуть или еще что-то. Все, номер есть. Запоминай. Да, вот. Это четыре вещи, которые необходимы просто-напросто в быту. Да? Да, покажите, пожалуйста, нам, как нужно вообще забить гвоздь, чтобы не поранить пальцы. Да. А пока вы готовитесь, у меня вопрос к Остапу. Вот как вы проверяете, чтобы было безопасно? Как вы проверяете своих сотрудников, чтобы не абы кто пришел и непонятно к кому? Мы этому вопросу уделили очень большое внимание. Во-первых, на нашем приложении и на нашем сайте не может появиться анкеты просто так. Прежде чем анкета появится на сайте, все специалисты приходят и регистрируются у нас в офисе. Они предоставляют копии своих документов, и, соответственно, мы знаем, что этот человек реален, что он действительно мастер, и мы тогда не боимся выставлять эту анкету, чтобы уже заказчик мог напрямую связаться с... А что еще мастер вот предоставляет? Ну, понятно, да? Документы. Удостоверяющие личность. Справки, наверное, да? С больницы там. А мы не требуем специальных дипломов, мы даем им абсолютную свободу. Они заполняют свою анкету так, как хотят. А мы лишь контролируем, что это действительно реальный человек, что у него никакого криминального прошлого и так далее. Отлично. И вот, я смотрю, вы уже подготовили что-то. Что вы будете делать сейчас? Да, это... Самый простейший вариант, то есть в основном забивают гвозди мужчины, правильно? А так как мужчина занят либо на работе, либо еще где-то, то есть женщина Когда вторая может... половина остается дома, да. И срочно нужно забить гвоздь. Да, забить гвоздь. Она варила борщ, нет, пойду забью гвоздь. Для чего нам тут прищепка, я вижу? Да, я вот... Это, наверное, для того, чтобы не поранить пальцы. Да, вы видите то, что я взял прищепку и гвоздь, и молоток. Ну, прищепка, я надеюсь, у всех дома есть. Конечно. Да. Прищепка есть у всех дома, тем более у женщины. То есть берется прищепка, зажимается гвоздь, и, чтобы не поранить пальцы, вбивается молотком гвоздь. Женщине не нужно быть особо меткой, чтобы не повредить свои пальцы. Опять же, еще один лайфхак по ходу. Почему у меня здесь на столе имеется вилка? А вилка этот гвоздь назад? Нет, нет, абсолютно. Представьте, что это стена. Вам нужно повесить квартиру, и при этом там есть уже крепление, то есть закручен шуруп. Ну, то есть я купил картину, и вот мне вот хочется ее повесить, и чтобы это было быстро и просто. Нет, либо вы что-то чистили, либо картина у вас упала. Но там уже висела эта картина, и вот стоит крепление на этой стене. То есть вы делаете вилку, чтобы ее повесить, вы зажимаете вилку вот так и спокойно вешаете. То есть веревка, она проходит по вилке и цепляется уже на шуруп. А, то есть вот картина, которая с веревочкой, ты вот ищешь пальцами, где да, она. Да, где она. Вот... Это очень удобно просто-напросто. Вот, вот так вот это выглядит. То есть веревка проходит по вилке и уже цепляется на Насчет шуруп. Картины, вот честно скажу, я почему вспомнил сразу, мы когда с супругой тоже вот развешивали, и вот это вот было вот с четырех рук пытаться... Налево, направо. Да, вот примерно.
Ребят, очень хорошие, такие интересные советы. Я хочу пожелать каждому из вас успехов, каждому на своем поприще, вам в вашем интернет-бизнесе. Спасибо. Ну, а вам довольных клиентов и клиенток. Благородная у вас профессия. И сейчас, под завершение нашей беседы, ребят, не могу вас просто так отпустить. Я предлагаю попить немножко чая. Ну, а программа «Кулипоян» подошла к своему завершению. Хочется еще раз пожелать всем вам, нашим телезрителям, самого лучшего настроения, хорошего дня и позитива. До новых встреч. Ну что, берем чашки, пьем чай. Приближаешься из темноты, разрывая тишину. Больше не могу, слышишь, не могу ждать тебя. Твои движения раскованы, словно грозовым молотом. Пробиваешь защиту, не могу стоять. Ни минуты не выдержу, зацепились орбитами, притянула магнитом на. Квартире в Астане? Просто выиграйте ее в мечте! До 2 июля купите в магазинах «Мечта» смартфон или планшет Samsung и получите возможность выиграть суперприз – квартиру в Астане, а также множество других ценных призов. «Мечта» – качество во всем. Или надземному переходу. Переходя дорогу, убедись, что водитель тебя заметил и остановился. Не играй вблизи дороги. Алматы без потрясений. Защити себя, детей и дом. Не играй со спичками. Это может привести к пожару в доме. Если ты нашел спички или зажигалку, немедленно отдай родителям.
если возник пожар, сообщи взрослым, если даже пожар произошел по твоей вине. Звони 101 в случае пожара. Запомни, 101 – пожарная служба. Алматы без потрясений. Защити себя, детей и дом.